Вот это вот дальше, ну, интереснейшая тема, вот поверьте мне. Это уже другая, это не о книге. Итак, значит, есть такой, он, надеюсь, с нами сегодня, еще на прошлом вебинаре он был с нами, это главный редактор журнала «Вестник садовода», так, вот он, «Вестник садовода», номер 54, Ребрик Александр Алексеевич. Это человек, который удивительной смелости, которая невероятна в наше время. Вот. И вот, значит, получилось так. Сейчас я вам объясню. Он мои постулаты начал печатать. Я не все, я собирался книгу постулата выпустить, ее сейчас нет. Она нужна как воздух. Это новое садоводство целиком. Это невероятное дело. А там то же самое, также лаконичность, постулат, пару фотографий, постулат, одна две фотографии для разъяснения. Уникальная книга должна быть, но ее нет и никогда она не будет. Это книга постулатов, которую вы никогда не увидите. Выручил Ребрик. Я несколько постулатов напечатал у него в журнале. И вот получилось так. Если сходят с ума, то говорят поодиночке. А вот второй, значит, уже я не сумасшедший. Итак, Павел Турнуа взял у него же его реакция на мои постулаты. И вдруг Ребрик это напечатал. Смотрим внимательно. Своим постулатом номер два. На земле изначально росли культурные сорта и виды плодовых деревьев. Последствия из-за природы катаклизмов одичавшие. Валерий Железов затронул одну из интересных мне тем. Далее, смотрите, кукуруза, которая не размножается только искусственным путем. Видели? И так далее, и так далее. И вот получилось так, что я только затронул. Потому что я смотрю, чем больше занимаешься деревьями, тем они становятся не дичее, а культурнее. Уж казалось бы, на дикаре прививаем, они еще культурнее. Опять на дикаре, еще культурнее. Что же это такое? Я думаю, кто победит? Или, вот было три случая, помните, выше была груша уссурийская. Три случая на сотни. Где, как казалось, чуть одичал. А на деле-то сотни случаев наоборот. Я тогда подумал, если подвой обеспечивает комфортные условия, не отвергает привой, не калечит его, идет же борьба, это же борьба. Так же, как почку пересадили человеку, он может 5 лет прожить, 10, а может быть на второй день умереть. Отторжение ткани. Так и тут. И вот получилось, я только затронул это, что условия только создали, они культурнее, тогда получается, где начало? Они всегда были культурные. Другое дело, как на землю попали, это уже второй вопрос. И вот получается, что меня поддержал Павел Труно и привел кучу таких же случаев. Вот это настоящее садоводство, вот оно. Потому что был случай, когда доктор наук, как меня позвала Александр Алексеевич? Не меня, она сказала, Железов, не сердись. Было? Так, идем дальше. И вот тут получается так. Чем интересно и чем само волшебство, да? Вот начинаешь вникать в это, что должны быть дикие, а не культурные. И стараешься дичать, а не еще культурнее. Вот, и тогда, значит, какие направления рассматривали? Мне вот это интересно чего? Атовизм по Мичурину. Атовизм инопланеты по Железову. Гетерозис по Латинкову. Слово гетерозис. Сейчас разберем то, ой, проще парень репа. Но главное, поймите правильно, я могу вот с этим вылезти на трибуну международную. А? Как меня вылез? С дуру. Откуда меня попросили? Это сколько надо лет, чтобы хотя бы признали как гипотезу. Что тогда Курдюмов сказал как другу? Валерий Константинович, прекратите вы это все, вот то, что мы сейчас проходим, да? Вот, вас никогда научный мир всерьез не примет. Он меня и так не принял. Уже хотя бы потому, что у меня результаты лучше, значит, это невозможно, чтобы приняли. Итак, вспомним нашего друга Латинкова. Так, вспомним Царство Небесное, умнейшего человека.
И давайте расшифруем слово гетерозис. Вот. Чтобы все до конца было. Потому что атавизм по Железову, по Мичурину, причем это вообще за пределами разума, да, инопланеты. Итак, что такое гетерозис? Превосходство гибридов, смотрите, гибридная мощность. Превосходство гибридов по ряду признаков над родительскими формами проявляется в, внимание, повышении жизнеспособности, плодовитости, продуктивности гибридов. Ну что, а, девчата, выпускницы семинарщики, что вы там мололи? Не вы, вы просто передали с этого 100 лет, то есть то, что зачеркнуло все вот это вот, гетерозис-то зачеркнут из-за вас. Это Латинков долбил, долбил, долбил. А что толку? Латинкова нет, и гетерозиса нет. Да? В смешанном саду обязательно будут дички и эти, и жердели. Так, девчата? Вот. Вот наше будущее. Вот, видите? Здесь ничего друг другу не противоречит. Это везде противоречит.